Доброе утро. 7:15 по местному времени. Я уже искупался в бассейне, мылся и иду завтракать. Вот этот кондиционер, конечно, не на месте, но фиг с ним. Ку-ку. Забираем карточку. Все нормально. Все хорошо. Спасибо. Эти сценки из жизни отеля. Счастливые отдыхающие. Смотри. Пройдем через сад. Немножко выдавливаю. На даче так хочу. Не пойду через ресепшн. Завтрак начинается. Это всякие мюсли. Это не надо. Сырный столик. Компасный. Ну и фруктовый.
оливковый. Вот, будем делать салатик. Но прежде всего нужно взять какой-нибудь хлебушек маленький. Не такой большой. Что такое? И пойти занять место.